Папочка, позволь мне хотя бы раз с ней поиграть. Она такая красивая и блестящая. Разве ты ее не для меня сделал? Добро пожаловать в следующую ночную смену вашей процветающей новой карьеры, где вы, конечно же, задаетесь вопросами, что я делаю со своей жизнью, что говорят обо мне друзья, и самое главное, увижу ли я снова свою семью. Вполне понятно, что новая работа очень напряженная, и мы с этим согласны. Для достижения более стабильного и спокойного умонастроения, мы предлагаем вам на выбор несколько музыкальных дорожек, чтобы помочь сделать поездку в лифте настолько расслабляющей и лечебной, насколько это возможно. В ассортименте есть современный джаз, классика, атмосфера тропического леса, а также широкий выбор других вариантов. Кажется, у вас возникли проблемы с клавиатурой. Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически исправил текст за вас. Спасибо за выбор. Случайные бонго. Теперь, когда ваш лифт был настроен под вас, и вы полностью расслаблены, стоит отметить, что из-за вашей вчерашней медлительности вы значительно урезали вашу зарплату. Пожалуйста, наслаждайтесь остальной частью спуска. Из-за непредвиденной ситуации во время сегодняшнего шоу, ваши ночные обязанности могут потребовать больше действий, для выполнения которых понадобится больше опыта, чем вы имеете в данную минуту. Вообще, это обязанности техперсонала – вытаскивать модуль управления из Funtime Freddy. Но почему-то они не смогли. Позволить им повторить данное действие будет совершенно неэффективным, так как им потребуется от 6 до 8 недель для того, чтобы восстановить все неисправности к первичному состоянию. Поэтому именно вам потребуется сходить за запчастями в комнату техобслуживания на другой стороне развлекательного зала и выполнить их работу собственноручно. Но сначала проверим Балору и убедимся в том, что она на сцене. Отлично. В галерее Балоры все выглядит как надо. Давайте взглянем на Funtime Foxy. Очень важно перед выходом убедиться в том, что она на сцене. Отлично. В развлекательном зале все выглядит как надо. Нет необходимости в эту ночь проверять Бэби. Пожалуйста, воздержитесь от входа в незабронированные помещения. Сию же минуту проползите в зал для веселого времяпровождения. Вентиляция зала для развлечения открыта. В отличие от Балоры, Funtime Foxy активируется от движений. Поэтому очень важно не включать освещение, чтобы она не сходила с места. У вас в руках маячок. Используйте его, чтобы не заблудиться или чтобы не врезаться куда-нибудь лбом. Но несмотря на это, используйте его как можно реже. Продолжайте идти, пока не попадете в комнату техобслуживания.
Замечено движение в комнате техобслуживания. Вы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Кажется, что Фонтайм Фредди... Отлично. Теперь найдите кнопку под... Отлично. Теперь не спеша найдите и нажмите на... Отлично. Также не спеша найдите и нажмите на кнопку чуть выше носа... Отличная работа. Убедитесь в том, что ли... Отлично. Прекрасная работа. Осталось лишь извлечь вторичный модуль управления из Бонни, ручной куклы. Нажмите большую черную кнопку под галстуком Бонни, чтобы извлечь модуль управления. Нажмите большую черную кнопку под галстуком Бонни, чтобы извлечь модуль управления. Прекрасная работа! У вас на руках все модули управления. Это все ваши обязанности на сегодня. Пожалуйста, выйдите из здания через зал для веселого времяпровождения. Увидимся завтра на вашем рабочем месте.